За океаном знаменитости чувствуют себя более раскованно. Там, где российских поклонников все меньше, звезды не стесняются демонстрировать свои чувства. Так стало известно, что Потап и Настя вместе улетели отдыхать в Америку. А ведь в России они по-прежнему продолжают отрицать все слухи о своих прочных романтических отношениях. Никому ничего не показываю, я живу так, как я хочу. Или мне надо что-то делать для кого-то. Я делаю это для себя. Уверяю вас, как только я захочу, чтобы вы узнали про мою личную жизнь, вы узнаете об этом первыми. Но даже то, что по заверениям украинских СМИ отдыхают они вместе с другими женатыми парами, Надей Дорофеевой с мужем и ее коллегой по группе «Время и стекло» Лешей Позитивом и его женой, это только подтверждает догадки поклонников.